расположенные между сенью Бурдж-эль-Араб и Ля-Мер, Кайт-Бич и береговая линия Джумейра-1 – эпицентр активной жизни. От утренних тренировок до занятий йогой на берегу моря здесь можно окунуться в лучшую пляжную жизнь Дубая. А после таких тренировок, безусловно, просыпается аппетит. Немного освежиться и перекусить можно в причудливых фудтраках, которые вы найдете вдоль побережья. От фитнеса и еды до семейного отдыха. И здесь целое обилие предложений. X-Park Junior – единственная в своем роде естественная игровая площадка в УАЭ. Деревянные форты пересекают ручьи. В этой волшебной, естественной среде обитания дети могут играть, пачкаться и приблизиться к обитающим здесь животным. Мне нравится кормить уток и куриц. И снова возвращаясь к воде, Pirates Surf Rescue Dubai обучает детей технике безопасности на серфинге, развивая знания об океане и о том, как они могут помочь другим при необходимости. Этот эклектичный уголок Дубая, безусловно, вызывает фурор как у гостей, так и у местных жителей.